Мои дорогие друзья, добрый день. Представляете, что я вам хочу сегодня рассказать? На днях я решила принять ванну, что делаю в последние годы очень редко, потому что дважды в день принимаю душ, а тут решила принять ванну. Представляете, набираю воду, захожу в ванну, а вода-то в ванне голубая. Сейчас вот ставлю туда картинку, вам покажу. Я подумала, что, может быть, я чем-то так вот ванну почистила, там что-то осталось. Взяла, набрала воду в раковину. То же самое. Вода в раковине голубая. Я позвонила в управляющую компанию, так и так. Сказали, ладно, принимаем заявку и разберемся. Но пока они разбираются, я хожу на родник и набираю себе воду на чай и кофе. Что я сейчас опять и сделаю. Опять собираюсь идти к роднику. А сейчас, пока иду, хочу вам рассказать. Сегодня мне позвонил инженер из нашей управляющей компании. И вот на тему моей голубой воды. Весь его разговор сводился к тому, что я вообще не понимаю, какого цвета должна быть вода. И это вы не сравниваете с той местностью, откуда вы приехали. В Москве вода совершенно другая. Я говорю, ну как другая, она же все равно не должна быть голубой. А какого цвета она должна быть? Я говорю, ну как, прозрачная. Ну и что прозрачная? Она и так у вас прозрачная. Вот. Ну и весь смысл его выступления был к тому, что море синее, река голубая. И в Москве такая замечательная вода, что вы, понаехавшие, ничего не понимаете. И что должны вообще радоваться, что у нас такая вода. Вот так вот. Короче, иду на родник. Надеюсь, что последние волосы с головы не выпадут. Зубы не выпадут. Не знаю, просто... Может, я что-то не понимаю? В лесу, конечно, благодать. Если я раньше гуляла только для удовольствия, то сейчас еще и для пользы дела. Так, я у родника. Набираем водичку. Вот у меня 3 бутылки. Чистейшая. Так, 1 готова. На чай и кофе на 2 дня хватит. И все, набрала водички. Уже за мной подошел мужчина, набирает большую канистру. Вот такая красота. Когда кончил летний теплый вечер, остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу. И лживые не нужно. И очень прошу.
Напишите, пожалуйста, кто знает, почему может быть вода такой голубой. Можно ли ее употреблять при приготовлении пищи и вообще мыться ею? Какая у вас вода? Желаю всем крепкого здоровья, прекрасного настроения. Заходите на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была Галина.